Итак, вчера вечером я оставила жалобу на ДВХАБ и написала на электронку мэру. Вот она, та дорога, о которой я говорила. Дело в том, что, как вы видите, вот здесь у нас я подхожу, показываю. Разбитый, сейчас уже закрыли, ну или полуприкрыли колодец. Вот он, ура, подсох кабель по соседству с колодцем. Угу. А сейчас покажу, где наша теплотрасса, где повреждены. Здесь делалась теплотрасса, делался бетонный короб. И как вы видите, что вот здесь как проезжала большая машина, вот она все здесь поразбивала.